так все можеш її паузу зробити. Я ще я теж руки нервні чують, я не знаю, як скрутити. То він якраз докар кірка, досить. О, то, мо починати до. ボンダレンゴ、今回日本に来るのは今回初めてかな。Вы первый раз в Японии? Вот сейчас. Да, я еду первый раз в Японию. А, そう。今まで日本に来なかったのがなんか不思議なぐらい評判はいい評判を聞いてますけど。Но очень много про вас слышали, еще вот удивительно, что вы первый раз в Японии. 私はこっち来たよ。で、今回眠りを踊ってもらうんだけれども、眠りはどうですか？自分が眠りを踊る時っていうのはどういうふうな感じですか？А вот как вот вы в этот раз танцуете спящую красавицу, но как вы ощущение, ну как вы чувствуете, когда ну танцуете спящую? Когда танцую, вообще очень страшно поначалу, а потом, когда выходишь на сцену, ты становишься более свободным, даришь людям танец, чтобы они хорошо понимали все, пытаешься донести этот образ до людей.はじめに踊る前はすごく緊張するんですけれども、舞台に出るとその緊張がほぐれて自分の踊りができるようになっていきます。それで見てるお客様たちに何か伝えることができたらいいなと思います。ああ、なるほどなるほど。で今回子どもたちがたくさんねクラスにまた来てもらったりとかで子どもたちとのいろいろコミュニケーションみたいなのがあると思うんだけれども、その子供たちがね、将来の、バレエをもう一生懸命勉強しているような子供たちに対してのメッセージみたいなのを何かいただけると。А вот уроком они дети будут заниматься вот в этот раз тоже. И как бы у вас много будет общения с детьми.И они вот как бы мечтают стать балериной, они занимаются балетом, и еще вы можете сказать им как пару слов. Детям. Если очень хотят, просто надо работать, верить в свою мечту, идти вперед, просто упираться и идти вперед. Балерина になりたい気持ちがあると、毎日練習してでいつも希望を持って、まあ、くじけずに前へ前へと進んで。ああいいことはありがとうございます。そしたら日本のねこれからバンダレンコのファンっていうのがたくさん出てくると思うけれどもそのファンの人たちにも一言いただけると。Вот вы сейчас танцуете в Японии и много не болельщики а как вы это зрители которые болеют.Фанаты, да. Ну да, будут же тоже многих, я думаю. И, им тоже, зрителям тоже что-нибудь такое, пару слов скажем. Пару слов зрителям. Для начала им надо понравиться. Хаджиме, скинить ты мурай на как-то. А потом уже что-то говорить. Ну, а то наника юей маске, да.Будем очень стараться нравиться зрителям. Будем. Ты,客さんに気に入ってもらえるように努力したいと思います。わかりました。じゃあありがとうございました。じゃあ最後にこう手を振って。あ、マジ。あ、パカパカ。Какой ужас.